Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе OnAdPack. Хочу поделиться с вами своими результатами и показать вывод денежных средств. Проект платит, все замечательно. У меня вот 66 центов. Вывела отсюда я $10, поставила на вывод. Я ставила на вывод 12 числа. Сегодня пришла только денежка. На данный момент у меня 12 АД-пакетов в работе. Так, давайте я вам покажу вывод. Так, почта. Вот 50, ну, час назад пришел вывод. Они берут комиссию, как я в предыдущем видео. Ну, пэйр еще, наверное, взял. Значит, 14.01. Так, 9.55. Вот. И комментарий. Елена от Пак Комиссион. Вот такой вот у них комментарий. Идем в кошелек Pair. Вот 14 января. Перевод выполнен. 9.55. Комментарий. Елена от Пак Комиссион. Все замечательно, друзья. Платит. Но я не сомневалась в нем. Ну, здесь, кто не знает, сразу партнерская ссылка, значит. Я хочу еще, друзья, прикупить пакетов. Вот здесь транзакции, если мы нажмем. Здесь все мои отпаки. И вот комиссион паут, вывод, платеж. Вот минус $10 я выводила. Вот они. А это все мои отпаки, мои начисления. Вот идут. Так, также я ежедневно вот здесь просматриваю 10 рекламок, чтобы мне, вот сегодня я уже просмотрела, чтобы мне начислили как бы денежку. Это в обязательном порядке. Если я смотреть не буду, то мне начислений, естественно, не будет. Так, ну давайте я прикуплю тогда. Что я прикуплю? BioAdPack. 3 пакета я еще прикуплю. Почему у меня пакеты еще не отработали? Я вывела $10. Сейчас объясню, почему. Давайте я пополню. Тут как бы уже глава работает. Pair, платежная система. Так, $3. Я еще 3 пакета прикуплю. Перебрасывают на платежную систему. Сейчас я куплю, пополню и продолжу видео. Так, я оплатила комиссию. Мне не взяли. И после оплаты как бы выкидывать из кабинета, друзья. Сейчас я опять зайду. Пропустить. Так как минимальный вывод здесь $10, если 10 пакетов, так? А если меньше 10... Господи, что я кликаю? А если меньше $10, минимальный вывод от $5 у нас. Мои пакеты, у меня 2 пакета куплено по $5. Вот, у меня стало 15 пакетов. Значит, нажимаю. Вот. И вот мои пакеты. Я вот этот на $3 у меня куплен в работе теперь. И у меня 2 пакета, вот видите, так, по 93. Вот эти у меня 2, 2, 4. Ага, я здесь, в общем, на $10 у меня минус будет, как бы они отработают все, пока идут начисления. Пусть побольше пока капают. Вот так как бы я так сделала, да? Значит, минус $10. И у меня останется 5 пакетов в работе. Понимаете? И плюс я реинвест буду еще же делать. Мне здесь капает денежка. Тоже прикупать пакеты. Ну так, чтобы... Буду стараться, чтобы не было... Ну хотя бы 9 пакетов. Не больше 10, чтобы было. Вот так. Вот. Чтобы вывод хотя бы по $5, все же побыстрее, чем 10.
Ну, такие вот мои результаты. На этом буду заканчивать. Проект платит, работаем. У меня есть партнеры, у которых есть пакеты. Не забываем, друзья, просматривать рекламку. Минимальный пакет стоит $1. Вот поэтому я взяла 3 пакета по $1. Буду продолжать мониторить, делиться своими результатами. До новых встреч!